С днем рождения! Счастья, радости, просветления! А слов я дальше и не знаю вовсе, но вот тебе подарок на бочку. Ксюша, ты уже такая взрослая, тебе сегодня исполнилось целых 16 лет. Или 17. 16, да, с днем рождения, подарок открой, думаю, тебе понравится. Поздравляем все, поздравляем все в центр, заобнимали Ксюшу, заобнимали, заобнимали, давайте, 16 лет уже старуха старперческая, просто скоро умирать пора. У Ксюхи как бы сегодня день рождения, поэтому, Ксюха, все тебя дружно поздравляем, вот. Спасибо, 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 не надо, только не надо, если так сильно, спасибо, 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 все, отвалите, отвалите, все, уйдите, уйдите. Все, не доставайте бедную Ксюшу, все, поздравили, Ксюша, садись вот сюда, а Ксюша одна сегодня будет здесь сидеть, возле нее даже не садитесь, все, рассаживайтесь, 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 потому что на этом подарки еще не заканчиваются. Сегодня такой будет подарок, то что вы просто все в обморок упадете. Амочка, я тебя попрошу сломать вот эти два блока, сделать дыру в иллюминаторе, потому что через эту дыру сейчас зайдет тот человек, которого мы вообще не ожидали здесь увидеть. И это даже не Катя. О, привет! Я вернулся, вы не ждали? Никич! Ядрить, колотить? Да просто, ты когда с нами последний ролик-то записывал? 2 года назад, что ли, или когда? Ну, были свои дела, работа, как-никак учеба, поэтому... Серо-желтый! И такой скин меня попросили нарисовать херейт и банан, наверное, для того, чтобы было на кого сваливать всю вину. Поэтому, Никич, получается то, что ты как бы и виновен, и предатель. Готовься, потому что тебе сегодня, ой, как не сладко придется. Давайте на новую карту посмотрим, кто затащит. Мой рычаг! Я нажимаю, смотрите, опа-на! И сейчас все, кто здесь находится, знают то, что я не убийца. Видел, Костя, что потом на меня всю вину не валил. Так, а Никич, кстати, уже что-то в руке держит. А, ага, ну, это как бы всегда так бывает. Новенькие очень часто не понимают, как играть в эту игру. Но ничего, разберутся. Так, это получается то, что... Я не убийца! Вот это, второй раз вам показываю, видите, то, что я не убийца. Так получается, Костя не убийца, я не убийца, банан не убийца и Ксюха не убийца. Это что тогда получается? То, что сейчас половина игроков может выполнить одно и то же задание, и мы будем не убийцами? Я еще раз его даже могу выполнить. Я 2 раза не убийца, чтобы вы просто это понимали. Сразу 2 праздника у нас получается. Никич вернулся после длительного отсутствия. Это 1. У Ксюхи день рождения. Это 2. Вот, кстати, Ксюха бегает. Так, Херейт починил свет, значит, Херейт, наверное, не убийца. Но нам нужно как можно скорее выполнить все задания. Мы уже даже половину выполнили. Еще одно задание. Так, осталось чуть меньше половины. И даже убийцы не успеют убить ни одного человека тогда получается. Так, здесь задания у меня нет. Здесь Ники что-то стоит, пердит на одном месте. Вот научить бы его еще задание выполнять, чтобы он... Правило бы ему лучше объяснить, то что людей на глазах ни у кого убивать не надо. Я нашел труп, но я рядом никого не видел, кто его убил. Ну как бы, а чё? Никит же новенький, его надо прикрыть. Пускай учится, не сразу же его палить. У меня вопрос. Я когда убиваю человека, мне что делать? Репортить или идти прятаться? В первую очередь, ты не должен это говорить, Никич, ты убийца! Ты должен прятаться от смысла... Господи, хуже Кати, честное слово, это Никич, голосуйте за серо-желтого, это Никич. Да в смысле, да за что? Алло?
мать моя женщина, да, мы вроде как бы объясняем правила всем людям перед тем, как они начнут с нами играть, но походу никто ничего не понимает. Я говорю, хуже, чем Катя, задания выполняйте, потому что мне что-то так кажется, что у нас слишком как-то мало осталось. Но зато одного вот этого предателя мы хотя бы уже кокнули. И... последний. Так, осталось выполнить примерно 7 заданий, и последние мои задания в лаборатории. Там их больше всего, конечно, я там же еще даже ни разу не был, она вроде вот там находится. Получается, то что Костя не убийца, я не убийца, Ксюха не убийца и Банан не убийца. Остается у нас тогда Отомчик, Херейт, Чпуньк, Чпуньк. Чпуньк может быть убийцей! Нет, Чпуньк, я второй раз такую же фигню не допущу! Он меня в предыдущих сериях также кокнул через вот этот люк! Я туда пришел, он через люк выбежал и кокнул меня! Ха-ха-ха! Сейчас идем, кнопку нажимаем, и Чпунька перто... Как он там оказался? Чпуньк! Что ж ты там будешь, этот Чпуньк? Был там, я побежал туда, оказался там. Это как же Саши было, я не понимаю. Костя, голубой, ты вместо того, чтобы бегать, иди задания выполняй. Нам 5 заданий осталось выполнить, и после этого мы затащим. Быстро, 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 Костя, выполняй давай. Там, выполняй, я выполню вот здесь, господи. Самое долгое задание, длинное, которое только может существовать. Так, сюда листву, сюда огненный стержень, сюда косточку, сюда алмаз. Пердохаем. Чпуньк. Это что сейчас было? Просто понимаешь, месть — это блюдо, которое подается в нужный момент, холодным. Вот оно, настал тот момент, когда я смог отомстить этой красной крысе. Слушай, я смог. Очко надень, в первую очередь. Отомстил, отомстил, но какая разница, мы же выиграли в конце концов. Все, давайте, второй раунд, и я предлагаю тогда пойти жопу поморозить на Северный полюс. Ага. Все-таки репортить, когда я убиваю, или прятаться? Никич, ты дурак. Когда ты убийца, ты должен тихо все делать. Убивать главное тогда, чтобы я этого не видел, а не у меня на глазах косточку завалить. Ага. Ты вообще красный, ты должен быть на моей стороне. Это кто так сказал? Таков закон Майнкрафта. Красный всегда предатель. Подтверждаю. Ну, это да, Никич, вот новенький, но уже в теме, красный, серьезно. Это Никич, крыс, не слушай этих дураков, не слушай этих дураков. То, что они говорят, что красный убийца, это неправда. Все, не учите новенького всякой фигне, давайте. Красный крыса, запомни это. А ты сейчас вообще в голубой бан улетишь, Костя, поэтому не умничай. Ага, вот это сила желто-серого скина, я называю, да? Это что сейчас получается? То, что Никич каждую игру, что ли, убийцей будет или что? Первая игра убийца, сейчас убийца. Главное, чтобы Никич не спалил меня, то, что я убийца. А то сейчас начнет опять какую-то фигню нести, вот и все. Свет сразу же вырубаем, может быть, кого-то даже уже пропердохнул. Я не знаю даже, кого я пропердохнул. Главное, то, что кого-то пропердохнул. Иду и сразу же починю этот свет. Опа! Так, ага, и все, выбегаем на улицу, выбегаем на улицу. Так, о, трупак валяется! Это банан! Я его возле трупа видел. Так, я не понял, я вроде никого не убил. Почему опять собеседование? А, то есть у тебя есть возможность убить? Так это Никич получается. Ты, Херейт, раньше время поспешные выводы эти не делай. А ты, Никич, вообще заткнись, а? Ты просто стой и молчи. Все, когда ты убийца, ты не должен это палить. Но ты сейчас не убийца. Хотя фиг его знает, я не знаю. Труп был возле электричества. Я там чинил свет с Ксюхой. Выбежал на вот это на улицу. И там банан что-то возле трупа крутился. Но я честно не знаю, это он убийца или нет. Я чинил свет. Какой труп? Там вообще не было трупа. Я выхожу из света. Там находится труп. Ты на меня смотришь. Я репост. Трупы. Ну, значит, это не банан, я не знаю, давайте. Тогда пропускаем.
Надо Никичу сказать, чтобы он ротик на замке держал и лишний раз вообще не разговаривал, потому что он какую-то фигню начинает говорить. Так, что можно сделать? Реактор. Вот реактора мы и вырубим. Пускай все туда побегут его чинить, а я пойду и отомщу Чпуньку, который собака в предыдущем раунде меня очень даже хорошо обхитрил. Главное, Никич, нет, не надо людей просто на ровном месте убивать. Это тихо, прячься, Никич, прячься. Из руки предмет какой-то убери, чтобы не палиться. Предмет вот этот убери, ходит с предметом. Фигню какую-то делает. Так, все, да не бегай ты за людьми, Никич! Ну я ж заколебаюсь тебя оправдывать каждый раз. Никич, ну ты думай сначала, что ты делаешь. Так, валим отсюда, чтобы на нас никаких подозрений не было. Я постою здесь и подожду, пока кто-то придет сюда чинить свет. И, возможно, кого-то даже через стеночку запердохаю, если у меня это получится. Ага, бежит Амочка, Амочка ближе, подойди, Амочка ближе. Я все же кого-то убил, но я не знаю кого, ну ладно. Ага, чиним свет и валим отсюда. Так, прибежала Ксюха, я кого-то кох... А где я кого-то убил, если даже рядом трупов нет? У меня такой хороший вопрос. Ага, вот труп валяется. Слепошарые бабуины, никто... У меня сейчас очень много вопросов, кого я убил и что этот человек делает. У меня вопрос. Это кто умер? Почему он умер в воздухе? Почему он умер на камере? И кто его там убил? Да это даже не один вопрос, даже четыре получается. Это кто сейчас вообще был, а? Это, короче, Аладдин летел, с ковра упал, короче, на камерах приземлился. Ну, вариант, конечно, хороший, но я до сих пор не понимаю, как кто-то там умер. Может, Ксюха, Отомчик, может, вы что-то видели? Ну, если следовать правилам геометрии, то такое убийство невозможно. Он умер как-то сам. Собственной смертью. Как сказал Чпунька, Аладдин с ковра упал и разбился. Пропускаем, давайте. Загадка века. Кто умер и где умер? Походу, никто никогда об этом не догадается. Так, задание выполнять. А ты на месте, не стой там, карась, иди задание выполняй. Вроде второй раунд подряд на одном месте стоишь. Так, а кто умер и сколько стал... Опа, свет вырубили, нифига себе. Ник еще даже научился свет вырубать. Ну, молодец, сам разобрался. Еще бы разобрался бы в том, что людей просто так нельзя убивать на ровном месте. Тоже было бы просто прекрасно. И руку убери из руки, это даже тебя ж спалят. Господи, я даже не хочу возле него ходить, потому что он палится очень сильно. Ему еще и везет, два раза подряд он уби... Карась! Может, ты с места хотя бы сдвинешься за два раунда? Чё ты, Чпуньк? Я не могу ходить, у меня баг какой-то. Ага. Чпуньк, у него... Баг какой-то. Тогда мы, получается, вырубаем свет и пердохай. Бля, какой Никич! Через стенку карася убил! Вот это моя школа! Вот это я понимаю! Никич, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Нафиг ты это делаешь? Зачем ты ему помогаешь? А я что-то не понял. Я кого-то убил или меня убили? Мы победили, Никич, ты карася через стенку убил по моей тактике. А, да? Да! А у меня вот такое заявление важное. Это что было? Ты до сих пор отрицаешь, что ты читер? Я стою, застрял я такой в камерах, да? И тут я вижу у меня на весь экран там вот это вот убийство значок, да? И я сам уже как бы меня поставила камера, я бегаю по карте, ищу свой труп, смотрю наверх, а там я летаю. Так это, кайф. Так это он, Аладдин, который с ковра свалился, так это ты, Хрейд, был? Да я сам не понял, как я тебя убил, ты как на камере-то застрял? Я не свалился с ковра, это просто ты читер, просто хватит уже отрицать. Да если бы я знал то, что я могу людей через камеры вот так убивать, да я бы этим пользовался. Со
всегда бы, но это реально чистая случайность появилась. Все, давайте, третий раунд, и это, Никич, хватит убийцей становиться, ага, я понимаю то, что в тебе текут сразу две крови, желтая и серая, но знай меру, Никич, знай меру. Вот это идеально! Вот это я понимаю! Все стало на свои места. Нормальный человек со мной будет у убийцы, который умеет убивать людей. А не как Никиш бегать посередине карты и просто кого-то кокать, а я его потом оправдываю каждый раз. Так, а мне интересно, а я могу еще раз кого-то убить через камеры? Надо искать камеры, которые светятся красным светом. Я хочу еще раз попробовать эту тактику. Банан что-то там бегает. Так, если сейчас кто-то на меня здесь посмотрит, я постараюсь его кокнуть отсюда. Господи, если это сработает, я тогда реально самый большой читер на этой планете. Да... С каких это пор я начал видеть людей, которые сидят в камерах, через камеры? Костя! А как мне его кокнуть-то? Здесь свет вырубим и... Не достаю... А... Так. Я кого-то кокнул, но не кокнул Костю. А кого я тогда кокнул, кто был на камерах? Ой, сейчас вообще нифига не понял, но я что-то сделал. А если я убил кого-то, не Костю, тогда я, получается, могу подойти еще Костю убить. Да что за фигня происходит, господи, мне страшно стало играть. Чините свет, мать моя женщина, я сам зарепорчу эти трупы. Два Аладдина с двух ковров свалились! Короче, это Аладдин и его жена. Аладдин и Жасмин, или как его там зовут? Так, свет вырубился, потом врубился, я бежал вот это там, где джунгли, и труп на трупе лежал наверху камер. Это вот, объясните, как это работает. Никич, вот с твоим появлением все сломалось. Скажи честно, ты третий раз подряд убийца? Я не буду опровергать и не буду соглашаться с этим. А, ну тогда все понятно, он убийца, он не будет это опровергать. Ну все, все ясно. Серо-желтый где Никич? Серо-желтый 100% убийца. Все, Никич, ты больше с нами не играешь. Голосуйте за Никича. И я вам дам совет. В камеры лучше сегодня не заходите. Ой, мамочки, мамочки. Использовать читы это плохо, использовать читы это плохо, использовать читы это плохо. Надо себе татуировку такую сделать, чтобы не забывать. Так, а кто это тут камерами балуется, получается, а? Кто моя следующая жертва? И карась, я на карася надеюсь. А запидохую прям сейчас бананчика, вырублю свет, чтобы чпуньк ничего не увидел. Карасек, давай! Что ты делаешь, карась? Он же сейчас трупак здесь спалит, господи! Там банан валяется, пердосёс, ты уже давай его! Учить тебя всему приходится! Карась, бей людей, когда они над жизнь твою покушаются! Так, валим, 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 валим и прячемся здесь. Здесь меня точно никто не найдет. Так, двери закрываем, хоть здесь дверей нет, но я их так закрою. Это карась, это... Он все время бегал за Чпуньком, и он его убил. Это он. Вообще-то, это не я. Чпуньк сам подскользнулся и упал со своей крыши. Все. Как Аладдин. Как Аладдин в предыдущей игре. Упал, подскользнулся, умер. Ага. Ну, у меня, честно говоря, тоже сейчас появились подозрения на карася, потому что какое-то у него тупое оправдание, что это не он. Сам ты тупой. Так я не сказал, что тупой ты. Я сказал, у тебя оправдание тупое. Чем тебе не нравится мое оправдание? А давайте мы не будем мериться здесь, кто больше тупее из нас всех. Давайте просто голосуем за карася, если все валят карася. Карась, извини. Я вам еще покажу. Не надо нам ничего показывать, карась. Как хорошо было. Нам оставалось убить одного человека, и мы бы с карасем выиграли. А сейчас получается то, что мне двоих надо как-то убить.
Хрейт, Амочка и Ксюха остались. Надо кого-то подловить, поэтому вырубаем реактор, чтобы кто-то побежал вот туда, в ту сторону, где я этого человека сейчас и встречу. Вот сюда, кстати, я могу использовать ту тактику с головой, но нет. С головой это слишком читерная тактика, если я опять головой закрою саботаж, меня реально тогда сразу все забанят просто моментально. Я просто это запердохую Ксюху и свалю в люк. В принципе, можно как бы и так. Ага, а вот бежит Хрейт, репортит трупа Челла. Вот знаете, вот смотрю я в лицо вот этому вот человеку, вот красному вот этому, и мне сердце начинает стучать. Я думаю, это верный знак, потому что убили не абы кого, а Ксюху, и мне вот само сердце прям подсказывает. Она сейчас прям выпрыгнет в его сторону и скажет, это он прям. Я уверен, Амочка, это он. Я тебе прям зубом клянусь. Я тоже уверена. Чё ты уверена? У кого ты уверена? Вот он... Да где? Ему сердце подсказывает то, что я убийца. А может, мне тоже сердце подсказывает то, что он убийца. Амочка, ты чё, херец, фигню какую-то несёшь? Пойми, брат, я не крыса. Поэтому моё сердце намного благороднее, чем твоё. И это не могу быть я. Но мне всё же кажется, что это не Хрейт, а ты. А мне вот сердце подсказывает то, что я всех забаню нафиг! Аладдины недоделанные. Это я, получается, Костю кокнул и тебя, да, Отомчик? Брат, за границами следи, я не понимаю. Это что за читы? Ты взял меня, убил Отомчика, убил. Это что вообще? Да я как будто хотел. Это, ну, грех было вас двоих не убить. Тем более, как бы Аладдин пролетал с ковра, свалился. Ты, Ксюха, слышала? Твоему парню Хрейду сердце подсказало то, что я убийца. Ну, Хрейд молодец, правильно тебе сердце подсказывало. Ты просто пойми, Хрейд мой герой, а ты крыса, красная крыса.